В городе Магнитогорске просто показано заниматься бизнесом. Ну, про производство это отдельная песня, люблю их. Ну вот, к примеру, новые торговые точки. Необходимо просто открывать и создавать конкуренцию. Вот, к примеру, Макдональдс открылся, и вот этот товарищ, который пиццей торгует, соевой, выпускник Сорбона, тебе сейчас плохо будет. Мало того, что ты как бы, ну, не совсем порядочный человек, так тут еще конкурент серьезный. Кстати, Макдональдс — это серьезный конкурент еще и всем шашлычным. Биг Тейсти. 135 рублей, и это просто праздник какой-то. Я никогда его не променяю ни на шашлык, ни на какой-нибудь кебаб. Потому что свежее все. То есть вот вам пример. Конечно, с Макдональдсом тягаться тяжело. Но есть и многие другие вещи. И, как и любому бизнесу, вашему бизнесу необходима будет реклама. Лучшая реклама – телевизионная. Ну, понятно, в чем исполнении. К сожалению, даже тот, кто делает лучшую телевизионную рекламу, сегодня находится в таком своеобразном состоянии души и духа и вынужден открывать и туристическое агентство, и агентство по продаже недвижимости, организовывать вам лечение за рубежом. Это я про себя, естественно. Ну и я, конечно, себя распиарю, но мне необходима вывеска. Так вот, эту вывеску я, как знаток всех производителей рекламы, решил заказать здесь, в агентстве «Дизайн-студия Линия», которая располагается на Комсомольской, 18. И это будет самая малая толика того, что умеют делать эти специалисты. Естественно, всем уже порядком надоели просто пластиковые полотна, которые сейчас печатают чуть ли не на каждом углу. Хочется чего-нибудь объемного и креативного. Того, что не развалится, не выгорит на солнце и не сотрется. Такие материалы есть, и получается, что чем качественнее выполненная работа, чем она сложнее, тем она долговечнее. И тут мелочиться я бы не рекомендовал. У нас все-таки принято встречать по одежке. Вопрос, кто эту одежку делает, в нашем случае рекламу. Наша программа «Коммерческое телевидение» началось в 2001 году. Сколько лет вашему агентству? Вот столько ровно, сколько и вашему телевидению. Мы работаем с 2001 года. Конечно, сейчас на рынке выживать тяжело, да? Кто-то делает простые вещи, ну, просто печатный станок. У вас, я смотрю, какие-то немного другой подход. Да, наш акцент в основном обозначен вывесками наружного свойства. То есть мы делаем, в основном акцентируем внимание на наружные вывески разнопланового характера, то есть как световые, так и не световые. И это не просто вывески, это светодиоды, это объемные буквы, это неон. Мы применяем различные технологии, в том числе и неон, и диодную подсветку, ну, самое дешевое еще люминесцентное освещение. То есть на всякий карман можно изготовить различного свойства вывески. Конечно, хотелось бы, чтобы наш серый город хоть немного бы стал похож вот на такой город. И думается, если все перестанут крысятничать, так оно и будет. Тем более, что специалисты-то есть и технологии. И это выгодно, потому что световая реклама работает круглые сутки. Конечно, архитектурно наш город не изменить. Но приукрасить-то можно. Теперь вы знаете, кто это сможет сделать. Естественно, для бизнесмена нужны вот такие показатели, как качество, надежность и сроки. Ну, надежность – это ваши клиенты. Кто они? Среди наших постоянных заказчиков такие заказчики, как Уралсибанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, автосалоны «Серебряный саквояж», «Кристина авто» и сеть аптек «Оптима», также сеть аптек «Тет-а-Тет», ну и многие другие. Вы мне перечислили фирмы, которые, ну, деньги считать умеют и лишнего не тратят. Мало того, сложилось опять же впечатление, может быть, у меня неправильное, но люди заказывают наружную рекламу, вывески, и кто-то делает динамит месяц, два, три, ваши сроки. Ну, мы самую крупную вывеску, то есть световую, самую сложную, в среднем изготавливаем недели две. Вот. Есть вывески попроще, на них уходит примерно неделя. Ну, мы стараемся сроки выдерживать, если заказы нам позволяют. Соответственно, как бы мы, конечно, не можем изготовить, может быть, слишком много, поэтому наше ударение в основном на качество. Мы стараемся не набирать больше заказов, а выдерживать сроки, именно сроки. Тут надо понимать, что в дизайн-студии «Линия» человеческий фактор сведен к минимуму. Все делает умная техника. То есть вывеска будет ровной и без косяков. Автоматизировано все по максимуму. И даже если это крупная партия повторяющихся предметов, будь это номерки или эмблемы, все будет выглядеть безупречно.
И это же касается и крупных знаков. Сделано это для меня не совсем понятно как. Да ну и не надо. Не надо запариваться в деталях, когда работают специалисты. Реклама — двигатель торговли. Без нее никуда. Хорошая реклама – это как хороший автомобиль. Она показывает, что бизнес у вас идет успешно, и к вам люди идут. При этом не надо экономить на рекламе, потому что, ну, на этом деле сэкономили, и все. В бизнесе же, как часто получается, вроде начал хорошо, а потом хлоп, и все. И нет ни клиентов, никого. Что мне здесь понравилось? Вот этот свой оригинальный подход. То есть нет уж штампованных правил. И нету дешевой работы. При этом даже самая дорогая работа не такая уж и дорогая по сути. Потому что умеют люди работать и делают классные и качественные вещи. Куда за такими вещами обращаться? Ну вы, работники торговли, сферы обслуживания или те, кто занимаются в конце концов бизнесом. Ну вот сюда, Комсомольская, 18, дизайн-студия «Линия».